буквально на следующий день она берет какую-то игрушку свою и начинает кормить ее грудью. Представляешь, что ее ребеночек, укладывая спать, дает сосочку. Ну, не все дети так играют. Просто по ее подружкам, я вот смотрю, они не такие, не играют в такие серьезные игры. Я не знаю, почему она играет в такие серьезные игры взрослых. Мне хочется быть взрослым. Ну, почему-то. И почему-то? Вот я... Ну, я не знаю, поднимите руки, вот честно, кто не хотел быть взрослым в детстве? Я не хотела, у меня ребенок говорит то же самое.